отсюда. Поищу укрытие. Что это такое? Послышалось. Пригодится. Ага, а вот и нужно.
сейчас. Здесь меня могут заметить. Нашли? Тут никого. Ну же, глядите в оба. Я иду за... Себе конец. Поговори с Варнавой на корабле. Он уже ждет тебя.
И все-таки здесь никого. Стой! Их нет. Ты, должно быть, Мидон. Он не мой. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думал, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Мидон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о спартанке с ребенком. Он может ответить только да или нет. Женщину из Спарты звали Мирин? Говорят, с ней был ребенок. Ее дочь? Малышка была при смерти, когда она пришла. Мидон молился за нее. Ты спас ее? Нет? Он сделал все, что мог, но ребенок был тяжело ранен. Ты знаешь, куда она пошла? Все жрецы спят со своими служанками. Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ха, ясно. Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили ее умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал все, что мог. Я не верю. Мертва? Она не могла умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжелыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись Гере. Мертвы. Они мертвы.
Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее дочь, покалеченную, чуть живую. Расскажи, прошу, я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Медон рассказывал, как плакала ее мать. Держала дочь на руках и пела ей, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала ее, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Хрисис? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдешь Хрисис. Люди ищут здесь исцеление. Но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за все. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Это алтарь Аполлона Малиадского.
Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз Хрисис увидит не беззащитное дитя. Все ясно. Предупреждение. Вы все умрете здесь! Ну что, поехали! Ты что-нибудь видишь? Нет! Да где же? Убейте и принесите мне тело! Не уйдет! Лучше ездить научись! Не нашли? Нет, ни следа! Продолжай! Сейчас! Если что увидишь, крикни! Победа! Рой! Вы все умрете здесь! Это награда вам! Давай! Hello.
Давай. Вперед. Похоже, убийство это у вас семейное, о, хозяин орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь, вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла ей жизнь. Научила страдать. Чтобы познала боль и встречала ее как старого друга. Теперь она заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала ее! Она была ребенком! Научила выживать! Мир жесток. Будь сильный или умри. Я дала ей силу. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Делец должен был привести ее назад ко мне. Но ей все равно не скрыться. Она родит нам еще детей. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила. Мир — это боль. Но Деймос с ней справится. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймос лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяин орла. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ хотите погубить Грецию. От вас одни страдания. Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твоя сестра. Я докажу тебе. Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере, выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва.
Нельзя отпускать Хрисис! Я убью ее! У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афину. Элла! Thank you.
Спасибо!